обычного компании практика. И сегодня я представлю вашему вниманию процесс измельчения мяса при помощи мясорубки FAMA FTR-136. Как известно, процесс выпускания мяса через мясорубку не представляет собой особого интереса, и всем с ним хорошо знаком. Однако я представлю вашему вниманию различные конструкции ножевых систем мясорубок и критерии по тому, каким образом следует выбирать наилучшие для вашего питания. Для применения мастерства мне понадобится мясо. Продукт представлен компанией Нет. Компания Нет предлагает широчайший ассортимент продукции наивысшего качества, а доступные цены уникальные предложения приятны для любого клиента. Подробнее ознакомиться с ассортиментом компании Нет вы можете в каталогах ресторанов, баров и кафе. Для применения клиентских карт, пожалуйста, обратитесь в отдел по работе. Обратим более пристальное внимание на конструкцию ножевой группы данной мясорубки. Все ее элементы выполнены из чугуна, в то время как корпус самой мясорубки исполнен из нержавеющей стали. Конструкция данной ножевой группы называется «Энтерпрайз». Она подразумевает наличие решетки и ножа, одного одностороннего ножа, сочетающего лезвие, и также шнек. Конструкцию ножевой группы. Она может быть также выполнена из чугуна, но подразумевает наличие какой-то другой конструкции. Помимо решетки, у таких моделей есть нож с двусторонней плоскостью лезвия, а также подрезная решетка. Подобная конструкция позволяет измельчать более грубые типы мяса, при этом не теряя качество измельченного продукта на выходе. Более пристально рассмотрим конструкции ножей. Если в ножевой системе Enterprise полагается наличие одного ножа с лезвием с одной стороны, который подразумевает нарезку мяса в одной плоскости, то ножевая система Cooper имеет нож более сложной конструкции. Данный нож имеет лезвие с обоих сторон, таким образом нарезка производится в двух плоскостях. Также в случае необходимости у данных ножей можно заменить лишь лезвие, в свою очередь. Если понадобится, то у ножевых систем Enterprise придется заменить весь нож. Подводя итог, отмечу, что ножевые системы более сложной конструкции ножа требуются справиться с измельчением жесткого и жидкого мяса. В свою очередь, ножевые системы Enterprise больше подойдут для измельчения высококачественного нежелезного мяса или же вареных изделий. Также следует отметить, что ножевые системы могут быть исполнены как из чугуна, так и из нержавеющей стали. При этом в качестве конкурентного преимущества нержавеющей стали выступает то, что чугун подвержен коррозии значительно больше. Также в любом случае, при любом исполнении, ножи всегда выполнены из нержавеющей стали. Приступим к пропусканию мяса через мясорубку. FAMA FTI-136 ножевой системы Enterprise мы получили без малейших затруднений фарш великолепного качества.